Еще раз, вы считаете, что у вас незаконно содержание, да? Ще раз. Мене взяли в полон на Україні, одягнули мішок на голову, наручники на руки, вивезли на територію Росії під охороною автоматчиків, утримували в російській гостиниці під охороною двох постійно озброєних чоловіків, які змінювалися кожну добу, які були озброєні пістолетами, наручниками, дубинками, газовими балонами. Після цього мене зробили вигляд, що знайшли, заарештували і потім утримують мене в СІЗО. Як ви думаєте, це законно? Однозначно. За перемогу так точно. Щоб виказати, якби, дані повагу російському народу, я говорю російською мовою, коли знаходжуся у вас в гостях. Мені це не тяжко. Я можу прикласти зусилля, заговорити з поляком польською, з росіяном російською, не знаю, з казахом казахською. Ну, звинувачувати мене в тому, що я в суді розмовляю і захищаюся рідною мовою. Ну, вибачте, журналісти. Це просто щось. Я буду говорити. О, 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 що ти говориш? Слава Україні! Героям слава! Ми, в общем, предвосхищали подобний исход. Дело в том, что, конечно, мы считаем это решение незаконным и необоснованным. В данном случае суд не прислушался к аргументам стороны защиты. Наши доводы почему-то не критично были восприняты. Мы не услышали серьезных контраргументов мотивировочной части, оглашенные судом, относительно того, что могла быть избрана иная мера пресечения, никак не связанная с содержанием под стражей, а, например, залог. В этом мы видим некоторую методологию, которая, конечно, имеет политические коннотации. В этом смысле, конечно, мы этим решением разочарованы. Только что я получил информацию о том, что Следственный комитет Воронежа отклонил наше заявление, которое было передано ему для доследственной проверки по статье 126 «Похищение человека». Как вы помните, мы обратились вместе с Надеждой Савченко на имя главы Следственного комитета Бастрыкина Александра Ивановича с заявлением о похищении нашей подзащитной, выразившись в незаконном перемещении ее с территории Луганской области, где она находилась в военном плену, на территорию Российской Федерации. Так вот, сегодня нам сообщено о том, что заявление это отклонено. Надежда Савченко полностью не причастна к событиям 17 июня, связанным с драматической гибелью журналиста Волошина и Корнелюка. Следствие вольно использует формулировки места тех событий, которые происходили 17 августа. Где-то в одном и том же ходатайстве следствие называется Луганская область Украины, где-то называется Луганская Народная Республика. Подобная трактовка в уголовном деле, вольная трактовка, безусловно, недопустима. Комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу в институте Сербского, соответственно, который находится в городе Москва. Мы поставили перед следствием вопросы, почему именно стационарная экспертиза, почему ее будут держать месяц в психиатрической клинике специализированной, будет ли какое-то применяться в ней воздействие незаконное. На эти вопросы нам следствие не ответило. В ближайшее время мы опубликуем заявление Надежды Савченко относительно перемещения ее в психиатрическую клинику имени Сербского, где она высказывает свою позицию относительно этой психиатрической экспертизы. Нынешнее заседание, которое по закону, хотя и не устанавливает вину человека, но не может работать с плохими доказательствами, может работать с незаконными доказательствами, было представлено ровно следующее. Там были представлены протоколы, которые относятся к посмертному исследованию тел погибших. Там были представлены допросы анонимных свидетелей, никто из которых не видел Надежду Савченко. Они указывают только то, что было обстрелы, погибли люди. И все. Ничего более. Завтра мы подробно публикуем материалы прошедшего заседания. И со своей стороны могу сказать, что жалоба на нынешнее постановление суда будет внесена завтра. Будет сделан сам как-то.